Я это та-та-та-та, режу, та-та-та-та, вырежу, та-та-та-та. И меня банят за эту музыку. Radical. Пчелы? Осы? Шмели? Жопа? The Simpsons. What the hell? Ну вот, пришло время поздороваться. Здравствуйте, любители желтокожих семейств. С вами Элен, и эта игра, если что, не вышла только сейчас. Да, она вышла в 2003 году, однако ее выбрали люди в голосовании по ПЗ-13. Ну и, собственно говоря, это голосование было инициировано патронами, а то бишь людьми, которые поддерживают меня на сайте patreon.com/bioelenr. Есть все ссылочки в описании, в том числе и на качание просто. Ну, в общем-то, эта игра смогла уделать даже... Фак, с кем же она там сражалась-то за первое место? Я не помню. Ну, какой-то там грозный соперник был. А, Мэджика. Кооператив Мэджики, так что да. Ну и сейчас вы видите картинку 4:3 в 720p. Это не значит то, что YouTube не обработал картинку. Это значит то, что мы игру будем смотреть именно так, потому что она достаточно старая, можно поставить всякие фиксы на widescreen, но я не думаю, что они будут работать адекватно. Поэтому да, единственное, что я поставил это русификатор, но тут, по-моему, субтитров нету, и русификатор, по-моему, не лучшего качества, потому что когда я его ставил, там в конце было несколько, там, одно приложение было с орфографическими ошибками или с опечатками, без понятия. Ну, короче говоря, самое главное — это звук. Господи, это еще и звук стоит не на максимуме? А, нет, фу, на максимуме. Я думаю, нихера себе, как громко. Короче, вы видите, да, Escape обратно написано. Не назад, а обратно, ребят. Это какой-то интересный русификатор. Это, кстати, максимум разрешения. Нет, не максимум, который можно поставить, но у меня, как бы, монитор 1920-1080, поэтому у меня такое разрешение просто не влезет. Короче говоря, мы смотрим 720p, и все заткнулись, быстренько ставят лайки. Лайки. Если не поставишь лайк, то ты... плохой человек, я тебя найду и изнасилую. Нет, естественно, нет, потому что тут вдруг какие-то извращенцы. It'll give you the get up and go you need to do all the pathetic stuff you have to do. Try new improved Buzz Cola. Короче, реклама Buzz Cola нифига не смешная. Cola. Must get Buzz Cola. Гомер захотел колы, все понятно, в общем. Вам не понятно? Мне понятно. Ух ты, нихера себе, какие быстрые загрузки. Отлично. Для движения используй кнопки направления. Для прыжка пробел, чтобы бежать, удерживая левый shift. Спасибо. Это все, что нужно было переводить? Отменить обучение? Нет, я не знаю, как играть, господи. Кнопки направления — это что? Да, это WASD. Нельзя ничего вертеть. Понятно, прыжок. Окей. Действие. А действие как? Кнопка E, F, C, Enter. Левая кнопка. Правая. Control. Нет. Shift. Ребят, уже проблемы. Tab. Alt, E, Q, R, T, Y, U, I, O, P, F, G, H, G, Z, X, C, V, B, N, M, Enter, Shift, Control, Backspace, Escape. What the fuck? Проверь персонажами. Действие.
Оно не проставлено. Окей, спасибо. I'm ready to go просто. Так, джойстик 0, понятно. Так, атака, левая кнопка. Мышь. What the fuck? Я могу управлять геймпадом. Да слушайте. А, тут нет, тут можно управлять геймпадом. Слушайте, так я на геймпаде сейчас. Все отлично. Можно пинать иксом, значит. Прыгать игреком. Так, действие это Б, это X, это Y. What the fuck? Тут все плохо, короче говоря. Тут нет паузы. А как мне поставить атаку тогда? Подождите, тогда на что атаку-то поставим? Все хорошо начинается, все отлично. Так, атака, ну тогда атака F. F, наверное, да? F, спринт, E, действие, войти. Я только что вошел в марш, наверное. Ручник. А нам действительно нужен ручник или нет? Это, наверное, нужен пробел. Чё тут? А, починить машину. О, отлично. Починить машину, Ctrl пусть будет. Действие, выйти. Е. Вау! Короче, я просто гений. Ну, теперь, по крайней мере, не буду ее пинать, хотя... Наивка. What the fuck? What the hell? Ладно, погнали. Dessert in the house. I need you to run to the store and pick up some of that ice cream with the miniature pies in it. Well, it must have been one of our kids. Probably Milhouse. Короче, говорит Марш, то, что надо десерт забрать, потому что, ну, точнее, купить, потому что все десерты исчезли в доме, и Гомер такой говорит, наверное, это один из наших ребенков, наверное, это Милхаус. Сходи в Кьюмарт и купи мороженого и колы. Вау. Piece of cake. Так, а что делать монетками? Фак, это мне очень сильно напоминает Шрека. Вы меня опять заставили играть в Шрека? Я не хочу играть во второго Шрека. Please, no. Must never run again. What the fuck? Что здесь случилось? Короче, он все ломает, понятно, это же Гомер. Боже мой, во что вы меня заставили? Ладно, подождите, сейчас сядем на миссию. Я думаю, что лучше озвучку было не ставить, любительскую, да, там, по-любому что-нибудь типа... Вроде все нормально. What the fuck? Кого ты уже... Тут можно сбивать людей! Даже тут можно сбивать людей! Вау, это потрясающая игра, мне уже нравится. Мочи рыжих! Ей! Она выпишет, что меньше! По-моему, до сих пор у меня под колесами, нет? Ладно, поехали. Так что можно сделать? Мышка не вращается. Подождите, так мышкой же можно вращать, нет? Управление. Управление настройки игры. О май гад, ты серьезно? My life, просто я тащусь. А чё экран шире стал? Мне показалось? Экран реально шире стал? Нет, просто поменялось это. Во, сейчас нормально. What's this do? Камера, привет! I love senselessly pushing things. Ладно, не важно, пойдемте в магазин. Тут еще какая-то херня есть. Так к ней не могу подойти. Вау. Пока что все немножко кривовато. Поговори с Апу. Апу. Апу? Пу? Апу? Ты Пу? Hey, Апу. Give me a cola and I need another bucket of ice cream with mini pies. What happened to the ice cream with mini pies your wife bought this morning? Well, I probably ate it. I don't remember stuff too good. Короче, он сказал, ему надо бла-бла-бла, и мне, ему еще нужно мороженое с мини... Congratulations, Homer. Mission complete. Go back с мини-тортиками. С мини-тортиками, потому что он их съел. Ну, короче говоря, там не очень такая
Важная инфа. Возможно, купиться? Гомер случайный. Что это? Что такое ВК для покупки? 125, 5 ВК. Вот это просто потрясающий костюм. Обожаю избранный. Но это я даже видел серию с этим. Гомер случайный. Вот так. Что значит 5 ВК? 5 лайков в ВК? Наверное, здесь много отсылок на сериал, который я не смотрел толком. Поэтому я буду всего этого не понимать. Не смогу дать свои четкие комментарии по поводу всего этого дела. Нормально, даже тачка остается там, где я припарковал. Не то, что во всякие GTA, в которых не оставалось тачек. По-моему, у него точило из-за пластилина сделано. Окей. Спасибо. А марш можно сбить? Можно! Нихера себе, она улетает. Господи, это какое-то насилие над животными. You can drop it off on the way to work. And I have to go to work? Он Гомер снова говорит, я должен пойти на работу перед тем, как я должен пойти к Лизе и отдать ей научный проект? А мы не скинули по пути в школу и дали Лизе ее научный проект. It's crashing time! Вау, это уже задание выполнено? Блин, быстро. Фак! Мышкой управлять просто неудобно. Да, я очень готовился к этому прохождению, просто вообще капец. Готовность моя была по максимуму. Вы понимаете, да? И что мне? What the fuck? Мне нравится, использовать режим просмотра мышью. И в меню нельзя мышкой управлять. Просто замечательно. Но все равно порт лучше, чем Batman Arkham Knight. Let's roll. I'm a lean, mean speed thingy. Нормально, я выйду. Я смогу. О, найс. И физика машин классная. Okay, вот так. Что случилось? Черт, гонка. Пошел вон. А, нет. Бро, стой. У меня машина дымится. Здесь физика есть круче, чем в GTA Vice City. Стой! Мне ничего не видно из этого говна. Какие-то бешеные люди здесь ездят. А серьезно, вот как бы... А что делать людям, которые, допустим, не понимают английский или... Или, да, слабослышащим? Почему... Почему в прошлых играх, да, в играх прошлых лет, не было некоторых играх субтитров? Why? Этого не позволял движок войди в школу. Ввести себя в школу еще бы написали. А что это такое? Лол. Семейный седан. Жесткость. Что это значит? Ой, какой жесткий тачка, слушай, просто ума! Я бы ее взял из... А, в смысле, это самое... За каприсовал. Нет, не за каприсовал. Это самое... Подвеску сделал бы низкую, слушай, вози. Пикап тоже мой. Если есть шестерка, я буду просто... Муа. Нет, это шестерка, игра говно. Во мне есть немножко кавказских корней. А еще есть желание поесть саву, так что я могу шокать. Сколько захочу. Поговорить с Лизой. Даже здесь есть Лиза! Какого хера? В каждой игре! Он не поскользнется? Да, ладно. Привет. Thanks for bringing me my model of the digestive system. Hey, where's the gallbladder? I get hungry and... It was a fig. It was modeling clay. Oh. By the way, Dad, Mom called. She says she needs to talk to you at home before you go to work. Короче, он съел глину. Он съел глину и все. Это все, что он сказал такого, да. Ну и сказал, она сказала бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. You be in class? А, бла-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 бла и так далее, бла-бла-бла. Нам очень интересно. Клей, это же глина, вроде как. Короче говоря, что еще он сказал? А, ну то, что надо вернуться назад, там, типа, марч. Я очень сильно нужен марч. А ты еще кто? Что тебе надо от меня?
Гонка 4, гонка за деньги, плата за вход 20, время победы 3, 15, уровень средний, выплатить 60. Наверное, выплата, да? Чтобы получить монету, пройти за 2 дня, но на время все тут раз. Это игра для детей. Изи, все будет. Сейчас на первом уже перекрестке, да, Кира, врежусь куда-нибудь. Шрек 2 тоже игра для детей. Я помню, как она меня изнасиловала. Хотя нет, наверное, это игра не игра для детей. What the fuck? Я ничего не вижу из-за того, что... What? Что? Что? Ну ладно, неважно. Проехали, спьем, потянет. А чё, музыка задорная такая, знаете? Правда, Симпсон не подходит, ну ладно. Хотя, Симпсон все подходит. Все уже было в Симпсонах, какая разница? Если вы что-то придумали оригинальное, все это было в Симпсонах. Хентай тоже был в Симпсонах, наверное. А куда мне ехать? Тут еще было два пути, по которым можно поехать. Где я вообще? Что это? Зачем я сюда поехал? Я хотел выполнять только сюжетные миссии, но... Holy shit. А здесь будет RPG составлять... What the hell? Боулинг! Нормально. Сюда, да? Fuck. Что телефоны делают? Там можно заказать кого-нибудь убийство? Или меня закажут убийство? Или мне закажут автора сериала, она написала убийство? Посмотрели эту срань? Там только 8-летний, по-моему, будет интересно это смотреть. Я нихера не вижу из этого дымка, я не знаю, можно ли как-нибудь камеру поменять. А, починить машину это... это я сделал, Ctrl нажал. Починить машину в переводе это восстановить машину. А там, наверное, восстановить машину и было написано, да? Упс. Не, ну бас. А как мне ее починить? Мне же реально нихера не видно. О май фак! Лол, что? Да, давай. Уровень тяжел, уже тяжелый! Я все деньги просрал! Черт! Марш! Я просрал нашу тачку! Ну ладно! Пойдет, приеду на новый! Я же Гомер! Вам не врезаться, наверное? Фига тут как быстро тачки выходят из строя! Все реалистично! Опять же, не как в вашем Vice City! Куда я еду вообще? И дрифты есть, все вообще. Еще бы по стенкам ездил, вообще было прекрасно. То есть мне можно сбивать людей сколько захочу, да? Я сейчас буду максимально влево-вправо отклоняться, когда надо будет заходить в повороты. Черт, я должен отыграться? Если машина не разобьется? Фак. Но это того стоило, 25 монеточек. В прошлый раз я не разбил, что ли? Интересно, а какое количество сбитых людей? Мне тут очки начисляют, нет? Может, какой-нибудь Симпсагеддон? Армагеддон был в Симпсонах? А, все там было. Вот так, Элла, она неуправляемая. Ну давай, давай, давай. Где я там врезал за последний раз? Уже лучше. Я все равно ни хера не вижу. Фак, надо быть осторожным. Весь этот трафик, он мешается. Сколько мне осталось там до конца? Я не понимаю. О, фак. Куда теперь? Сюда? Да какого члена? О, можно починиться, да? Да почему? И ни одной тачки. Фак, я все просрал. Черт. Фак, я все просрал. Это игра говно, короче говоря. Ну я в жопу. Я не буду в нее играть. Ну как так-то, ну? Нет, реально, где мой розовый седан? И как его теперь достать? Вот этого говнюка обгоню по-любому.
little son of the police chief, little angel. Those nice man ladies made me a race judge. Пройди все контрольные точки и будь у финиша первым. Впереди машину. Fuck. One! О, посчитал! Классно посчитал! Один, один, один гол! Нормально, так тоже можно. Дерево! Я суперводитель. Я знаю. Черт, куда они все едут? У меня говнотачка. Я не могу никого догнать на ней. А он в чем вообще едет? Он в каком-то... А, нет, это ракетомет. Ракетомет. Ракета просто. Ракетомет, ептать. Ну, формально какой-то ракетомет, знаете? Там ракета... Ракета девочка, ракета мальчик. Маленькие ракетки. А почему я первый из четырех? Окей, не знаю. Куда, 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 куда я играю? Сюда, нормально, все окей. Все окей. Налево. Гомерс, what the hell? Ах ты козел, а? О, он разбил, я хотел разбить. Вау. Вот это да. А нет, там финиш. Нет, падла. Вот это что было сейчас? Вот это было по-честному, да? Вот это по-честному было, да, игра? Вот это было по-честному, да? Подыгрываешь. Подыгрываешь этому уроду. Я забыл, как его зовут. Минхасу тот, который с очками, да, за Лизой ухаживает. Фак, я до сих пор первый, да, я первый. Почему-то вопрос. Ладно, все, я теперь знаю дорогу. Игра, короче, как Need for Speed. Только для взрослых людей. Need for Speed, бля. Да вот козел, а! Как ты посмел? Блин, он начинает повторять все то, что он там говорит. Вот здесь можно проехать, да? Holy shit! О май гад! Все очень плохо! Все крайне плохо! Я уже дымлюсь! Я уже весь дымлюсь! The fuck my life! Я застрял! What the hell? What the hell? Я... What the... Игра! Что тобой такое? О май гад, я не могу эти гонки проходить, эти кривые до жопы просто. Тачку туда-сюда, болтает. Жопа с ручкой. Вот у меня вообще выбросил из тачки, я не нажимал, не нажимал вообще ничего. Фак, сюда-сюда. Все-таки починку можно брать, я немножко тогда до починки не доехал. Окей, здесь тоже можно было проехать. Ладно, неважно. О, дрифт, 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 нормально. Все равно я первый, понял, да, урод. Лососни. Наверное, здесь можно срезать, да? Это срез вообще? Это считается срез? Лол, что? Кто вообще рядом со мной сидит? Почему рядом со мной кто-то сидит? Почему я не за рулем? Так, я не буду срезать в топку. Я не буду срезать, там, короче говоря, кривая какая-то трасса. Я поеду здесь. Я успеваю! Красавчик! Все, по-моему, я догнал. Все, да-да-да! Я первый! Ну хоть в чем-то я победил! This is worse than when Jub-Jub ate my cat. Everyone sucks but me.
Everyone sucks but me. Хорошо, что не everyone sucks my butt. Так. Well, it's about time. Chest pain. Having chest pain. Кстати, что я могу сделать вот здесь, да? Да, ремонт 10 монет, спасибо. Нет, я на чужой тачке поеду. А нет, меня якобы подвозят, понятно. Я не угоняю тачку, меня подвозят. Так это для лохов, короче говоря. Все понятно, игра для лохов. Даже угнать тачку нельзя. Так. Вот, кого-то выписал. Писал. Хера точила. Ты очень странно это чило. Так, куда мы идем-то? Я не понимаю, это. Я не знаю, куда я иду. Ну ладно, неважно. Здесь аж два пути есть каких-то. А мне сказали ехать к дому, да? Я хз, где дом? Наверное, вот там, вот куда я еду сейчас. Да, если что, еду я. Они меня везут. Хотя я бы сейчас сразу же поехал бы, наверное. Автоматом бы, доехал бы. Looks harder than it is. Кстати, здесь может быть странная физика машины, я прочитал, из-за того, что запускается на мощных системах новых. Поэтому да. Обосраться, смотрите, какой перевод. Иди в дом Сьюсов и поговори с Марг. Не с Марч, а с Марг. Отлично. Марк. Марк, я иду. Марг. Марго. А, мне нельзя туда пойти. Это максимум, где я могу сходить? Понятно. Homer, go talk to Ned Flanders. He seems miffed and PO'd. Why me? I'm the world's greatest neighbor. I even have a mug to that effect. Надо поговорить с Недом Фландерсом. И он говорит, Гомер говорит, мол, ну как, зачем мне говорить с ним? Я самый лучший сосед, и у меня даже есть кружка, которая говорит об этом. Идет Фландеров и поговорит с Недом. Must never run again. Wow, I need a disco nap. Простите, что я не знал, где находится Нед Фландерс. Простите. Не знал, что он справа, а не слева. Или наоборот, слева, а не справа. Это как посмотреть? I'm all in a dither, Homer. So many of my possessions have disappeared. I called the police to find the culprit. Culprit, eh? My lawnmower, my cooler, my lawn chair, a family portrait. He even rides inhaler. What kind of sick individual would take this stuff? Oh no, I borrowed all of Flanders' stuff. Quick, think of an excuse to get out of here. Excuse me, I think I have to go shuck some... Короче, как говорит, мол, Гомер, Нед Фландерс говорит, что надо найти потерянные вещи, а Гомер про себя думает, мол, черт, я закопал все вещи Неда, и теперь мне нужно придумать какую-то отмазку, и что-то там сказал дебильное. Окей, 6% прощения Неда. Да, он начал повторяться. Окей, машину, ты уверен? Вот эту сяду. Смокинг Фландерса? А где смокинг-то? А, понятно. Так, сколько мне надо будет вообще тут ездить? Серьезно, они мне давали на это все 40 секунд? Я вам кто? Я с закрытыми глазами должен ездить? Поговори с Барни? Прямо сейчас? You remember that cooler I gave you for your birthday? Well, Flanders wants it back. Now what will I use for a toilet? Он говорит, мол, помнишь тот кулер, который я тебе дал на день рождения? Так вот, Флэндерс его хочет назад, и... чувак говорит, мол, а что будет еще использовать для туалета? В общем, вы ничего не теряете, если вы не понимаете. Ну, естественно, в процессе буду что-нибудь переводить. Вау. Вау, 2.5 минуты. Ну, судя по всему, я могу эту игру быстрее наверное, пройти, чем за 10 часов, как указано везде. О, черт. О, мне сюда и надо было идти.
Ингалятор? А, да, для пацаненков. Что... Да, сори, вдруг меня кто-то смотрит. Нельзя смеяться над Асмой, нельзя. Асму надо сбивать палками. Желательно из латекса. Он сейчас сказал, мол, теперь нужно подальше, побыстрее отвезти Фландерса, пока меня не нашли копы, разговаривающие с самим собой. Окей. А, интересно, тут есть карта? Или как бы ТА-3 карты нет? Как же ты далеко, а? Все, я тут. Теперь я награден, говорит. Here's your reward. A prayer from the Lord's number one fan. Our Father in heaven, bless this noble oath. Молитва. Молитва, награда, вот это да.